Всем привет! Сегодня мы идем через джунгли. Погуляем немного по той территории, где я живу. Тут, кстати, очень удобно, можно сразу машину снять, в аренду взять, вернее. Все, в общем, красиво. Велосипеде покататься. Там еще ребята постоянно в футбол играют. Может, с ними вечером в футбол тоже погонять. Сегодня хоть не так жарко, а то что вообще. Такая вот тут есть тропинка. Просто джунгли. Очень еще забавно. Вот такие крысы просто бегают. Тот, кто любит крыс, это прям праздник для них. А кто их боится, конечно. Очень-очень страшно. Самое забавное, тут темнеет в 6 часов. Вот стабильно. Если у нас лето, то темнеет у нас и в 8, и в 9. То здесь все, в 6 часов все темно. Проспал немного. Все. Солнышко село. Теперь не позагораешь. Ох, какие джунгли. Крокодилы тут, наверное, не водятся. Я надеюсь. Вчера сидел до ночи, программировал. День с ночью смешался. От жары работать неохота. А если не работать, то вот это веселье очень быстро закончится. Так что вот так вот как-то. Ребятки. Надо еще до магазина добраться. Кстати, вот чтобы снять баты, многие вот парятся. Как сюда ехать? Вообще, нужно менять доллары, ну, в России, здесь очень доллары хорошо можно поменять. А чтобы можно, конечно, с карточки снять, я с карточки снимаю, но во всех банкоматах 220 бат, короче, за снятие, за единовременно. Ну, это 300-450 рублей где-то так. Ну или снять большую сумму, чтобы хватило на месяц. И тогда нормально. Да, конечно, засрали тут все джунгли. Ну ничего. Зато лето. Круглый год. Лето, лето, лето. Круглый год. Вечером еще буду делать тренировку. Сейчас очень жарко бегать. Может, запилить видосик пробежки. Ох, елки-палки. Какие тут горы мусора. Сейчас я уже подхожу к берегу. И будет Сиамский залив. Будем купаться в Сиамском заливе. У них машины просто в хлам тонированы.
О, даже передняя тонирована. Ездят нормально. Надо бы еще где-нибудь заведение, где хорошо кормят, найти. Тех, кто недавно приехал, их сразу видно. Вот. Нет загара. Белые такие. Ходят, ищут чего-нибудь. Бамбу Бич. Бамбу Бич. Пушки. Красивое здание, очень нравится. Это все квартиры взяли прямо на берегу. Кстати, насчет, чтобы купаться в Сиамском заливе, это как выход, есть выход в океан, там могут плавать морские ежи, на которых если наступить, то очень проблематично, поэтому купаться нужно в специальных тапочках, вот таких вот, которые не спадут. Общался с людьми, которые живут тут очень долго уже. Знают ли они тайский? Нет, не знают. Читать не умеют. Английский только общаются здесь. Все хватает. Как замечательно здесь. Как офигенно. Белый песочек. Белый песочек. Помочить ножки. Постараемся заснять. Так что, ребята.